Долгое время поставить автомобиль на учет или заменить его регистрационные документы можно было исключительно в ГИБДД. Процедура была излишне затянутой и утомительной. С началом работы портала государственных услуг или государственной федеральной информационной системы многие процессы стали проще. Регистрация транспортного средства через госуслуги в 2018 году экономит время, бережет нервы и защищает автовладельцев от происков мошенников, отметил в своем выступлении государственный инспектор МРЭО по городу Хасавюрт Магомедов. Для людей, конечно, это облегчение, потому что людям, опять-таки повторюсь, это удобно. Человек может сюда не приходя, в МРЭО им не надо приходить. Единственное, что им нужно, это пойти в МФЦ, там он получает логин и пароль, потому что они на месте удостоверяют его личность. И после этого он уже может дома за компьютером, либо через, если у человека смартфон, он оттуда через этот сайт госуслуги.ру, он спокойно подает заявки. В МРЭО и в назначенное время он спокойно приходит и сдает. Поэтому сейчас, как говорится, геометрическая прогрессия идет увеличение с каждым, скажем, даже годом, месяцем, потому что это майский указ президента был по поднятию актуализации этих госуслуг. Соответственно, мы стараемся, конечно, и по радио, по телевидению, там, газета, выступления, для того, чтобы люди понимали, что это для них создаются эти условия, чтобы не надо было приходить там кого-то искать, знакомых, друзей бывает, там бегают, ищут выходы, если там много людей. Это все не надо делать, надо просто пойти в МФЦ, взять логин и пароль. После этого спокойно человек подает заявку, находит свободное время, день, удобный для него. И после подачи заявки назначенный спокойно приходит. Ему не надо толпиться где-то что-то. Просто в назначенное время за минут 20, за полчаса до назначенного времени пришел, подошел инспектор, сказал, вот у меня время, инспектор уже в назначенное время его вызывает и принимает его документы. Портал государственных услуг – уникальная интернет-площадка, полностью контролируемая государством, через которую как физические, так и юридические лица имеют возможность удаленно пользоваться максимальным пакетом госуслуг. Таким образом, портал решает проблемы заполнения бумаг и длинных очередей, уменьшает финансовые издержки граждан и юридических лиц и имеет не один десяток преимуществ. Можно так и письменно, можно и электронно оставить и заявление, и все. Можно вообще просто прийти с паспортом, да. Получить документы, сдать, получить вообще без проблем, потому что до этого, когда я в прошлом году приходил, переоформлял, все по-другому было, как бы, да. Вот я сейчас столкнулся, опять пришел, и то первый раз пришел, узнал, что можно электронно, сделал электронно, вот по своему времени пришел, сдал, сейчас должен получить. Все, вот стою, жду, я получаю. Честно сказать, мне лично понравилось, не знаю, как остальным. В общем, работает система, да. Советую нашим горожанам, чтобы регистрировались, намного удобнее, чем здесь стоять, ждать. Пришел, сдал, в свое время обратно пришел, и все. Вам приходит сообщение, как пришло сообщение, вот мне пришло, можно прийти и забрать документы, и все. Данный ресурс удобен в пользовании и создан специально для людей, которые хотят сэкономить время при получении госуслуги или необходимой информации. Регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений – все эти действия можно спланировать на удобное для вас время, воспользовавшись возможностями единого портала государственных услуг. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».